Он привел ее, она привела его. Пройти обследование на рак предстательной железы Валерия Леонидовича подтолкнула супруга, которая тоже пришла в онкодиспансер проверить подозрительную родинку. Врач смотрел, сказал, что все в порядке. Конечно, в целях профилактики это обязательно нужно делать. Мы не молодеем, мы стареем, к сожалению. Болезни развиваются, поэтому нужно следить, чтобы потом, чтобы не было поздно. Нужно все на начальной стадии ловить, а не когда уже подопрет, что деваться некуда. Рак предстательной железы занимает первое место среди онкозаболеваний мужского населения края и является одной из основных причин смертности. За последние 10 лет в регионе количество выявленных случаев рака простаты увеличилось на 138%. В год его диагностируют почти у 1000 мужчин. Предотвратить мы не можем, мы можем выявить на ранней стадии. Если мы заметим хронические заболевания, то же самое предстательной железы, аденомы простаты, то в наших силах направить их пациентов в правильное направление. Всего в рамках акции обследовали около 400 человек. Половина участников вздохнула с облегчением, другая все же услышала тревожный диагноз. Но бояться нечего, говорят медики, теперь все эти люди под наблюдением профессионалов. Благодаря тому, что они пришли на осмотр, их шансы на долгую жизнь выросли в разы. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.